Здравствуйте, с вами 8 канал, и сегодня мы ведем репортаж из студии телеканала Обком ТВ. В студии у нас сегодня Макушина Альбина, одна из основных наших ведущих, одна из основательниц канала Марина Житкова. И также директор канала Баранов Виталий. Сегодня мы хотели бы рассказать вам, о чем наше телевидение. Мы принесли сюда несколько выпусков, позже вы их сможете посмотреть, но сейчас мы выскажем свое мнение, зачем мы, в общем-то, все это и делаем. Марина, ну, начнем с вас. Вообще, как вам пришла идея открыть телевидение? Ну, наверное, это было как-то все спонтанно, и начиналось это все с 5 класса. Многие это уже знают. Ну, вначале, конечно, нам хотелось что-то попроще, поэтому вначале мы решили выпускать газету. Но газету было невыгодно печатать, и новостей, в общем-то, было не так уж и много на то время. Потом мы решили, когда новости уже начали появляться, мы решили, что все в одну газету не уместить, и мы решили что-то пробовать записывать на видео. Проще донести до зрителя все словами, чем он это будет читать, и очень много текста. То есть вот так вот. Альбина, вы присоединились к нам как ведущая «Погоды» в самом начале. Почему вы выбрали именно вот этот раздел новостей? Он вам как-то больше понравился или он показался более легким для прочтения? Он был более легким. Просто сидишь и говоришь на камеру текст. Он уже дан, ничего не нужно самому сочинять. Альбина, а вот скажи, ты бы не хотела сейчас поработать уже в отделе новостей, потому что уже прошло достаточно много времени, и ты, может быть, уже набралась опыта, допустим, от нас, так как нам новости всегда с самого начала давались легко. Да, у меня уже есть опыт, и я бы вполне могла перейти на другие темы. Что касаемо последних наших выпусков, то мы последний раз снимали репортаж в ТЮЗе на очень тяжелую тему о наркомании. Это была очень проблемная тема не только для нас, но и для жителей всего города, и мы принесли сегодня этот выпуск сюда. И давайте сейчас прямо его посмотрим. Я благодарна режиссеру, который поставил автору, конечно, спектакля, и всем уважаемым актерам, которые сыграли. Вы знаете, спектакль действительно глубокий. Так случилось в жизни, что я похоронила три своих ученика уже, которые погибли от наркомании. Одного 18 лет сразу после школы от передозировки. Другого я наблюдала в течение 5 лет. Это страшно. Это страшно встречать. И я вот сейчас вспомнила, у меня мурашки от первой минуты до последней, когда человек превращается из умного, грамотного человека, закончившего 11 класс, почти с медалью, в насекомого, как вы сказали. Он готов продать все, уничтожить всех. Во-первых, страшно смотреть, потому что это фактически превращается в черного, скелетообразного человека, у которого черные мешки под глазами, который ничего не соображает, у кого затуманенное абсолютно воображение. С ним разговаривать сложно, он иногда уже сложно узнает, даже учителей. И готов на все. Действительно готов убить даже близкого человека, родного матери, родного отца. Вытащит все из квартиры до последнего. Я уже похоронила этого мальчика. Но я вспоминаю, как страшный сон, когда он вынес все и семью действительно угробил. Уничтожил. Вот как вурдалак уничтожил свою семью. И самое страшное, ребята, даже не в том, что, как вы вот сегодня мне говорили, вы знаете, со мной этого не будет. Вот сегодня девочки разговаривали, говорят, не-не-не, со мной этого не будет. Я тоже когда-то верила, что с такими детьми ничего не будет. И я буквально неделю назад стояла у могилы своего лучшего ученика, закончившего золотой медалью школу, у которого мама учитель, заслуженный учитель, у которого отец никогда в жизни не использовал ни спиртного, ни сигареты. Семья, у которых два сына, и этот сын был лучшим учеником школы. И попав абсолютно в чужую среду, от матери, поступив в вуз и познакомившись с девушкой, которая привела его в эту компанию, глубоко впервые влюбившись в эту девушку, он за 3 года погибает. Девушка тоже рожает маленького младенца, больного наркоманией уже с первого дня жизни, и оба они погибают. И вот сейчас моя коллега, учительница, воспитывает эту девочку, которую они родили, оставили, и оба ушли туда. И я стояла неделю назад у матери, у могилы, и рядом его могила. Красавец, высокий, спортсмен. И он всегда говорил, со мной этого не будет, Наталья Васильевна. Но вы знаете, как оборачивается жизнь? И сколько мать не старалась его в больницах лечить,
Сколько они не возили его по всей России, ничего сделать не удалось. И тогда я помню последние дни, я ехала ночью, 2 часа ночи по дороге, он стоял больной прямо на тракте, мать его потеряла, и через несколько дней сообщили, что он все-таки уехал на север, где-то его позвали, там же друзья-наркоманы, и там он погиб. Я благодарна вам всем, что вы действительно довели до ребят вот этот прекрасный спектакль. Именно идея была в том, что человек превращается в ничто. И я вас умоляю, дети, никогда не превратитесь, в этих насекомых. Спасибо вам. Также в этом году у нас появились несколько авторских программ. Виталий ведет программу «Гаджеты» про нанотехнологии. Я веду программу «Перепост» про кино, а наша участница Аня ведет программу про рукоделие. Основной из наших программ остаются новости, которые мы будем снимать на этой неделе. У нас скопилось достаточно новостей за 1.5 месяца, чтобы рассказать о них интересно. И я думаю, что в этом году мы их снимем намного больше, чем в прошлые, так как этот год более обильный на новости. Да, также хотелось бы сказать, что Альбина уже не ведет погоду. То есть уровень поднялся немножко, и Альбина теперь ведет с нами новости. Мы уже снимали даже пробный выпуск, если честно. Он достаточно хорошо получился, и я думаю, что основные записи у нас будут достаточно хорошие. Ну, хотелось бы, по крайней мере, в это верить. Сейчас мы давайте посмотрим небольшие отрывки из наших программ. Начнем мы, пожалуй, с программы «Перепост». Это программа о кино. Мы будем в этой программе поддерживать российский кинематограф и рассказывать о новинках кинотеатров. То есть мы будем ходить в кинотеатр и рассказывать свое впечатление, впечатление зрителей. Give me a kiss to build a dream on. Всем привет, меня зовут Марина Житкова, и это программа «Перепост». Буквально вот мы вышли с кинотеатра «Галактика», и на заднем плане у нас «Иртыш». Хотелось бы поговорить о впечатлениях от фильма «Легенда номер 17». Потрясающий фильм, здесь вы увидите главного актера. Практически все факты сделаны правдиво, и то, что они отсняли, это было великолепно. Оказалось, что в фильме он не умер. После фильма мы, конечно же, плакали, все обсуждали фильм. Нам всем он безумно понравился, но он долгий. Но 2 часа того стоили. Ты должен читать их мысли. Ты должен понимать, что у них на уме раньше, чем они сами это поймут. А ты вообще не понимаешь, о чем думаешь. Ты же игрок с явно выдающимися способностями. Вот как можно тебе не давать играть? Приготовились Михайлов, Петров и Харламов! Самые завораживающие сцены, это, наверное, когда он сломал ногу, к нему пришла его девушка Ира. Когда она к нему пришла, он на нее накричал, но лишь из-за того, что она действительно хотела отношений, хотела семью, а ему главное было выиграть. Я воспитал сборную, которая в состоянии выиграть у любого соперника. В этом году участница канала 8 открыла свою программу АНН о рукоделии. Сейчас вы посмотрите несколько выпусков. Привет всем, с вами я, Харчина Анна. Итак, сегодня мы будем изготавливать вот такую повязку для волос. Так, первое, что нам понадобится, это 3 отрезка шнура. Ножницы, с помощью них мы отрежем лишние части от наших 3 отрезков шнура. Измерительная лента, нитки, цвет наших шнурков и иголка. И последнее, то, что нам понадобится, это будут обычные спички. С помощью них мы оплавим концы наших узелков на шнурах. Для начала берем нашу резинку для волос и измеряем ее вот в таком состоянии, не натягивая. У меня получилось 6 сантиметров. Все цифры лучше записывать на бумагу, чтобы не забыть. Далее берем эту же самую резинку и теперь меряем в максимально натянутом состоянии, то есть вот так. У меня это 11 сантиметров. Теперь вот от этой второй цифры мы отнимаем 2 или 3 сантиметра. У меня получилось 8. Зачем нам это нужно? Если у нас обхват головы, допустим, 60, мы отнимем вот эту последнюю цифру, у нас получается 52, то есть 52 сантиметра. Это нужная длина наших шнурков.
А 8 сантиметров это будут длина вот этой резинки в натянутом состоянии, но не в максимально натянутом. Далее берем нашу измерительную ленту и мерим ею обхват нашей головы. У меня обхват головы составляет 54 сантиметра. Теперь от этих 54 сантиметров отнимаем вот эту третью цифру, которая получилась, когда мы отняли от максимально натянутой резинки 2 или 3 сантиметра. То есть 54 отнимаем 8, у нас получается 46 сантиметров. Значит, это нужна минимальная длина наших шнуров. Так как мы будем заплетать косичку, значит, надо длины брать больше, сантиметров на 15-20. Ну, я возьму 15 сантиметров, нет, я лучше возьму 20. Мне нужно 66 сантиметров наших шнуров. Теперь к последней нашей получившейся цифре мы прибавляем 10 сантиметров. У меня получилось 76 сантиметров. Мы прибавляли 10 сантиметров для того, чтобы оставить припуски на швы. Потому что если мы не оставим, у нас получится короткая повязка, она будет сильно давить на голову. Так, теперь мы берем наши шнуры и измерительную ленту. Откладываем от каждого шнура по той цифре самой последней, которую мы прибавляли 10 сантиметров. В моем случае 76. И отрезаем. Так нужно поступить с каждым шнуром. Теперь, когда наши концы узлов закреплены, чтобы они не распускались и оплавлены спичкой, мы берем все три конца, берем нашу резинку для волос, продеваем концы в резинку вот таким образом, и теперь заворачиваем концы шнура. Аккуратненько все равняем. И теперь нам нужно проложить строчку вот здесь. Ну вот, я прошила свои шнурки. Теперь все эти три шнурка оплавляем спичкой. Теперь нам нужно заплести косичку, обычную косичку. Вот у нас получается вот такая косичка трехцветная. Все знаем, что когда мы плетем косичку, нитки очень сильно сокращаются. Именно для этого мы и прибавляли около 20 сантиметров. Доплетаем нашу косичку до конца. У вас может оказаться то, что один шнурок длиннее другого, но это в принципе не страшно. Главное оставить примерно вот такое расстояние, чтобы опять подогнуть и подшить наши шнурки. Вот когда мы доплели нашу косичку, мы оставили 5-6 сантиметров для закрепления. Мы берем, равняем нашу косичку, чтобы она не перекручивалась. Также прогибаем концы через резинку, как и в начале. Также перегибаем через резинку и подшиваем. У нас получилась вот такая повязка на голову, которая тянется. Одна из последних программ, запущенных в этом году, это была программа «Гаджет». Запустила ее я. И почему я решил делать именно эту программу? Дело в том, что сейчас современные технологии развиваются очень быстро, и всегда не все могут успевать за ними. Я решил сделать эту программу, чтобы людям стало проще обращаться с современной техникой. Давайте тоже сейчас посмотрим небольшую нарезку. Всем привет, с вами Виталий, и сегодня мы будем обозревать интерактивное телевидение от компании Ростелеком. Основными преимуществами интерактивного ТВ, о которых говорит сам Ростелеком, это удобная программа на экране ТВ, просмотр передач сначала, запись, архив, пауза, перемотка. Заметьте, что эта услуга является платной, она стоит 50 рублей в месяц. А потом караоке, видеопрокат, интеграция с социальными сетями и доступ в интернет. Ну, я бы так сказал, доступ в интернет там слегка урезан, даже может быть не слегка, допустим, я присоединил свой аккаунт ВКонтакте, и там можно читать только новости. Основной проблемой при подключении интерактивного телевидения в моей квартире это стал мультирум. Нам пришлось проложить в каждую комнату кабель, поставить приставку. Это было ожидаемо. Но единственный минус, у меня постоянно сбивается их модем, так называемая Japan Optica, которую они так рекламируют, что она очень быстро работает, но после Думуру она выглядит очень медленной. Если Думуру при замере скорости выдавала около 42 мегабайт в секунду, то сейчас Ростелекомская оптика выдает 3 или 4 мегабайта, то есть это очень мало. На этом первый выпуск завершен. Встретимся в октябре. До новых встреч. Пользуясь случаем, мы хотим выразить свою благодарность Питковой Ирине Николаевне, нашему классному руководителю, Воронову Виталию Ивановичу, директору нашей гимназии, за то, что они разрешают нам снимать наши выпуски в школе.
Также одно из преимуществ 8 канала перед каналом 7 БТВ, который существовал у нас в прошлом году, это то, что у нас появились новые студии, которые вы сможете вскоре увидеть. Надеюсь, они вам очень понравятся. Также хотелось бы заметить, что в наших новых выпусках вы увидите новые заставки. Буквально на днях они были куплены на сайте. И уже в первых выпусках вы можете наблюдать эти красочные заставки. С вами в эфире был 8 канал. И, конечно, хотелось бы поблагодарить Обком ТВ за то, что нас пригласили в эту студию. И получился такой замечательный выпуск.